Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в экотехнопарке SkyWay в Мариной Горке, где творятся великие дела. Нашим сегодняшним собеседником является руководитель организации строительства закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Сергей Викторович Зайко. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день. Пожалуйста, оправдайте мое обещание о великих делах. Все-таки, что сделано за неделю, которая прошла с последнего репортажа, когда нашим экскурсоводом был сам Анатолий Эдуардович Юницкий, что сейчас делается, ну и какие ближайшие планы? Великие дела, они действительно делаются и вершатся. На протяжении прошедшей недели был смонтирован очередной пролет высокоскоростной фермы. Значит, и сейчас параллельно ведутся работы по устройству, значит, разворотного кольца на легкой путевой структуре. Это вот мы как раз сейчас с вами и находимся между двух анкерных опор, и это разворотное кольцо, как я понимаю, прямо располагается за нами. Что вот это? Расскажите профессионально. На сегодняшний день забетонированы фундаменты под разворотное кольцо, и на них смонтированы металлические стойки, которые в последующем будут забетонированы бетоном. Значит, на этой неделе уже планируется поступление металлических балок, которые будут смонтированы выше, и к ним будет смонтирована на них ферма, соединяющая две путевые структуры, полужесткую и провисающую. То есть, как я понимаю, я-то понимаю, но объяснить всем нашим зрителям, это будет кольцо, соединяющее низкую и высокую часть легкой линии. То есть, тот участок, где будет всего лишь две промежуточные опоры. Да, это кольцо, оно, будем говорить, два кольца, которые будут с одной и со второй стороны, и они соединят две легких путевых структуры, то есть полужесткую и провисающую. Спасибо большое, желаю вам всяческих успехов, потому что время Че приближается. Очень рад, что у вас такое прекрасное рабочее настроение. Призываю всех оставаться в таком же, поддерживайте наш проект. Следите за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvedefisystems.com. Подписывайтесь на наш канал YouTube и всегда улыбайтесь. Строй SkyWay! Спасай планету!